спортзале 14-го лицея тренировка у старших спортсменов. Здесь собрались многократные победители и призеры различных соревнований. Тренировочный процесс в самом разгаре. Недавно в Альметьевске наши спортсмены попали в число призеров. Успешное выступление на республиканском уровне позволило нашим борцам отобраться в сборную Татарстана и отстаивать честь республики на предстоящих соревнованиях окружного уровня. Я участвовал на первенстве республики 23 числа в городе Альметьевск, и я занял первое место. Теперь готовлюсь на первенство КФО. Секрет победителя? Ну, главное, это характером выиграть, духом. Все. Следовать советам тренера. Последними соревнованиями являлись Республика Татарстан. Там выступили все успешно, я считаю. Я занял третье место. Остальные тоже ребята вошли в призы. Конкретно сегодня я стараюсь больше уделять броскам, работать в партере и устранять свои недочеты. Какая твоя сильная сторона? Моя сильная сторона – то, что я тащу и бросаю. В республике основными соперниками наших римлян являются борцы из Альметьевской Бугульмы. Тем не менее, результаты прошедших первенств показали высокий уровень Нижнекамской школы борьбы, и он неизменно растет. В какой форме сейчас ребята? Как? Сейчас они в отличной форме. Все после первенства республики приехали, слава богу, без травм. Готовимся, усиливаем. Значит, ну, основная подготовка будет у нас, естественно, учим тренировочных сборов. Успешно выступают и классики с ограниченными возможностями здоровья. На первенстве России среди юношей Никита Исаев взял серебро. Тяжело далось серебро? Да, это уже не впервые. Я четырехкратный уже призер первенства России. Ну, до финала доходил и там всегда проигрывал. Вот сейчас работаю над ошибками. Работать над ошибками осталось около месяца. В конце февраля стартует первенство ПФО, а в марте нашим ребятам предстоит показать свои силы на первенстве России.